Так, всех приветствую. В работе у нас вот такой вот блок. Это у нас блок Delphi DCM 3.5 Peugeot Citroёn. Значит, делать будем с разбором к тагам, чтобы у нас был полный фул, считанный по OBDM разъему. Будем сейчас по периметру прогревать, вскрывать блок. Контактная площадка находится здесь. Вот. Также делает КТАК, ой, КТАК, КЕС, еще пару программаторов. Но в целом нормальных загрузчиков этого блока нету. Вот, поэтому будем делать китайцам. Вот. Так, разборка достаточно несложная. Прогрели крышку. По диагонали я его разбираю, то есть подсовываю вот в этот угол. Здесь подсовываю и потом вот здесь. И крышечка, в принципе, легко снимается. Значит, у нас здесь проц, здесь епромка. Епромка внешней стороной. Площадка БДМ, которой сейчас будем подпаивать. Сейчас плата чуть-чуть остынет. И все это дело будем вычитывать. Итак, подготовил. Сейчас буду, наверное, не через площадку подпаиваться. Буду проводами по той причине, что у площадки здесь, короче, залито все лаком. И будет неплотный контакт. Хотя можно и БДМ площадкой сделать. В принципе, она у меня тоже есть. В общем, сейчас посмотрим, как будет проще. Но, скорее всего, подпаяюсь. Так, по подключению подпаялся проводами для более хорошего контакта. Здесь подал питание. В программе выбрал бэкап. Вот 5 секунд назад определился версия софта. И, по идее, начнется сейчас чтение. Протокол у нас Delphi DCM 3.5 PCA P244. Вот. В принципе, можно сделать кесом, но это может выйти боком. То есть машина со смарт-ключом, через 15 минут она засыпает, и блок может тоже заснуть. То есть надо какие-то манипуляции проводить с машиной, чтобы она не засыпала. Это раз. Плюс в кейсе вы читаете только калибровки. Для восстановления ничего это не поможет. То есть если что-то пойдет не так, накосячит с прошивкой калибровщик, либо у вас что-то пойдет не так, там сядет аккумулятор. Ну, короче, кейс небезопасно, восстановление будет потом проблематичным. Вот, поэтому лучше потратить свое время на вскрытие, на чтение бэкапа, и при этом у вас будет всегда резервная копия, чтобы это все дело вернуть обратно к жизни. Так, по блоку питания потребление 220 мА в пределах разумного. Подключка через ноутбук, он у меня запараллелен с монитором, поэтому как бы работа с блоками в идеале с ноутбуком. Ну, еще можно внешнее питание подключить к лабораторнику. Это на случай, если произойдет какое-то отключение. Но это в основном работает при записи. То есть при чтении пока что мы сильно не рискуем. Вот. В общем, ждем, как вычитается. Перейдем непосредственно к калибровке файла и записи. Вот. Да, тонкость какая. При записи КЕС читает контрольку, по крайней мере, может пересчитать. КТАК не пересчитывает, соответственно, контролька у вас должна быть пересчитана для записи файла. Это тоже момент надо учесть. Вот. Но опять же, при сохранении самого файла через BDM разъем дальше можем смело подключить на столе тем же самым кесом и залить файлик. То есть это уже будет безопасно. Вот как-то так. Ну, пока на паузу. У нас уже дочитывается EEPROM, флеш уже вычитал. Блок, ну, на самом деле, скажем так, ответственный. На него практически нигде нету чтения нормальными загрузчиками. Работает по факту вот с чем имеем. Вот. В комбике поглядел нету, в PCM поглядел нету. Всякие забугорные у нас, естественно, дорого, поэтому как-то так.
В общем, сейчас вычитываем и продолжаем. Так, ребята, значит, продолжим с этим блоком. В итоге у нас уже работа через КЕС. У меня там вот под столом лежит, не буду показывать, вот программа. Читали КТАГом, записываем КЕСом. Ну и читал я еще КЕСом, продублировал. Для чего это было сделано? Причина следующая. Файл скинул калибровщикам. Никто не хочет работать с этим блоком. Ну, по крайней мере, никто не отозвался. Ну, сегодня суббота, возможно, все отдыхают. Вот. А если делать через редактор, редактор не считает контрольную сумму, чек-сумму не считает программа на этом блоке, и КЕС не подгружает файл от КТАГа. Не знаю, с чем связано. Возможно, ему просто калибровки нужны. Вот. Поэтому было принято решение вычитать его КЕСом. Прошивку я купил в Адакте, как можно наблюдать. Вот, там уже контролька посчитана, ну и плюс по Адакту у меня претензий нету, работает нормально, с ними мы тоже давно работаем. И удобство еще в том, что Адакт выдает сертификат подлинности прошивок, то есть есть какие-то гарантийные моменты, которые клиент в принципе тоже любит. То есть выдается бумажка с сертификатом и так далее. В общем, КТАГ вычитал чисто для того, чтобы сохранить полный фул этого блока на случай, если что-то пойдет не так. А по записи пишем КЕСом. КЕС пишет, в принципе, без проблем. Кстати, уже записался и пишет: выключите питание. Давайте так и поступим. Сейчас я пока немножко неудобно буду снимать, но тем не менее у меня тут есть скрин записи экрана. Все, дальше там КЕС проходит процедуру. Тоже там 2 минуты. Плюс еще раз попросит включить, выключить. Еще там какой-то перерасчет получится. В общем, в принципе, все готово. У нас отшит EGR, отшит сажевый фильтр и сделан добавка мощности 15-20%. Ну, машинка еще плюс поедет. Как-то так. Сейчас ставлю на машину, тру ошибки и отправляю. В принципе, на этом все. Всем удачи в работе. Кому полезна была информация, не забывайте палец вверх. Всем пока.